Владимир Ружицкий поздравил люберецких журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати. Он вручил руководителям СМИ благодарственные письма за профессиональное освещение социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни городского округа Люберцы. Поздравления приняли коллективы информагентств, печатных изданий, радио и телевидения. Журналисты обсудили с главой округа ряд актуальных тем, среди которых влияние социальных сетей на работу средств массовой информации. Тут собрались такие выдающиеся журналисты Люберецкого края, но если мы посмотрим в социальные сети, то в социальных сетях каждый сам себе режиссер и каждый сам себе журналист. То есть у вас конкуренция появилась. Если чем-то заниматься профессионально, а вы этим занимаетесь профессионально, то профессионал, дело времени, но он всегда выиграет. Потому что профессионал, он видит целый ряд вопросов объемно, с пониманием, с каким-то анализом, аналитикой.